На ковре Б начинается второй период поединка. В красном трико со Славой Цоем. Команда России. Чемпион Европы 2009 года. В синем трико борется Анзор Уришев. Мастер спорта международного класса. Россия. Двукратный призер чемпионатов России. На ковре А победу одержал Бахрам Эрматов, Узбекистан. На ковер А приглашаются Тимур Заполов, Гаджи Абдулаев. Оба спортсмена представляют команду России. На ковре Б победил Анзор Уришев, Россия.